Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу о том, что нам могут показать на конференции XO. Для тех, кто не смотрит мои ролики и не подписан на сообщество GPX, короче, для тех, кто не в курсе, поясняю. XO — это конференция Microsoft, на которой должны быть представлены новые игры, аксессуары и тому подобные вещи, связанные с Xbox One. В общем, что-то по типу личной E3 от Microsoft. Ждать осталось недолго, но уже не терпится узнать, что нам покажут. И, к счастью, в сети уже начали просачиваться слухи по поводу того, что нас ждет. Сразу предупреждаю, все, что я перечислю, это не официальная информация, поэтому верить или нет, это ваше право. Итак, на конференции XO нам, возможно, покажут трейлер нового дополнения для Forza Horizon 4, которое должно выйти в декабре. Возможно, вместе с этим покажут в действии этот беспроводной руль. Расскажут о новом контенте Sea of Thieves. Наконец-то покажут Crackdown 3. Покажут его во всей красе, как мультиплеер, так и одиночный режим. По словам одного из инсайдеров, это будет реально стоящий проект, на который нужно обратить внимание. Я, кстати, тоже и жду эту игруху, и мне очень интересно посмотреть, что в итоге у них получилось, ибо ее анонсировали в далеком 2015 году, и до сегодняшнего дня ее активно допиливают. К тому же, Crackdown 3 войдет с даты релиза в подписку Xbox Game Pass, поэтому в нее можно будет поиграть почти на халяву. Покажут зимнюю карту PUBG, состоится анонс фирменной клавиатуры и мыши на Xbox One от Razer, а также, я думаю, расскажут про дальнейшее внедрение клавиатуры и мыши в игры от Xbox One. Также, возможно, расскажут о дополнение Cuphead, о продолжении Ори и, возможно, даже покажут полноценный трейлер новых боевых жаб. Поделится информация о новых играх по обратной совместимости с Xbox Original, кстати, давно пора, и расскажет о дальнейшем развитии Xbox и о будущих обновлениях. Я думаю, что во время этого должны упомянуть ту самую загадочную метавселенную с аватарами, а также о играх с их участием. Также должно быть рассказано что-то связанное с подпиской Xbox Game Pass. Если полагаться на недавнюю информацию, то, возможно, эта новость порадует больше обладателей ПК, ибо, по слухам, в подписку могут войти игры только для ПК. И вот очень кажется, прям ну очень кажется, что на ПК еще сольют и Sunset Overdrive, ибо на днях ПК-версия получила возрастной рейтинг. Ну и игры от сторонних студий также не останутся в стороне. На конференции должны рассказать что-то о Fallout 76, о Division 2 и о Edzem. Ну и самое горячее напоследок. На конференции XO состоится анонс эксклюзива от Microsoft Studio. Что за эксклюзив, никто не знает. Но если пораскинуть мозгами, то возможно нас ожидает возрождение серии Fable, ибо слухи об этом ходят уже давно. Кстати, хочу отметить, что не исключено, что на конференции могут сделать анонс еще одного эксклюзива, так как Фил давно говорил о том, что у Xbox в разработке большое количество эксклюзивов и что ему уж сильно не хватает одиночных игр по типу Uncharted. Возможно, помимо всего перечисленного, будет что-то еще на данной конференции, и могу лишь предполагать, что это будет маленькая информация о новом Xbox Scarlett и немного информации о новой системе xCloud, которая должна дать возможность играть на всех устройствах в игры от Xbox. Будет ли это все показано или нет, узнаем 10 ноября. В любом случае, конфа обещает быть интересной, поэтому с нетерпением будем ждать. Кстати, если ты хочешь, чтобы мы вместе посмотрели эту трансляцию в прямом эфире, ставь лайк и делись этим видео со своим другом, у которого есть Xbox. На сегодня у меня все. Большое спасибо, что досмотрел это видео до конца. Не забывай подписываться на канал, а также писать свои мысли по поводу этого мероприятия. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.